За первое полугодие грузооборот на железнодорожном транспорте в Башкортостане вырос по сравнению с тем же периодом 2017-го на 9%. Об этом заявил председатель Госкомитета Республики по транспорту и дорожному хозяйству. Развитие грузоперевозок и оптимизацию логистики на железной дороге обсудили на транспортном форуме, который открылся сегодня в Уфе. Одна из основных задач – увеличить долю перевозок грузов в контейнерах, заявили специалисты отрасли. По мнению экспертов, это будет способствовать росту международной торговли. Международная кооперация и экспорт – сегодняшняя основная тема. Обеспечить условия для развития конкурентоспособности и обеспечения роста объема торговли между странами более чем в полутора раз. У нас поставлена задача к 2024 году увеличить перевозку грузов в контейнерах в 4 раза. В 2017 году по экспорту Башкортостан нарастил грузоперевозки в контейнерах на 18,5%, по импорту почти на 20%. По словам экспертов, к такому виду транспортировки пригодны больше 65% грузов. Преимущество контейнерных перевозок. Во-первых, перевозка от двери до двери. Во-вторых, для сельхозпроизводителей преимущества какие? То есть все сельхозпроизводители, удаленные от магистралей, могут погрузить контейнера прямо на месте производства и перевозить сразу по железной дороге. Перегруз с автомобильного транспорта на железнодорожный, то же самое с железнодорожного на водный вид транспорта. Контейнера обеспечивают сохранность груза на всем пути следования. Участники специализированного форума обсуждают также вопросы развития всех остальных видов транспорта – автомобильного, воздушного и речного. Речь идет о грузовых и пассажирских перевозках, а также о состоянии дел в дорожно-строительном комплексе.